из последнего номера тихо. Показать результаты упорной работы. Сегодня приехали 70 спортсменов из 15 регионов России. Чем крупнее культурист и чем рельефнее его мышцы, тем больше шансов на первое место, говорят организаторы. Участники долгое время трудились в тренажерных залах, а также сидели на различных диетах. И сегодня решили показать себя во всей красе. Показать себя. Сегодня в Казань приехал и Максим Буенков из Самары. Не секрет, что перед соревнованиями спортсмены сидят на жесткой диете и уже после выступления стремительно идут в раздевалку, чтобы хотя бы что-то поесть. Все, наверное, теперь можно уже есть, да? Нет еще пока? Мне можно будет только после 6 да, ноября. По словам участников, в первую очередь конкурс культуристов – это праздник силы, красоты и крепкого духа. Поддержать спортсменов сегодня приехали и самые сильные люди России. Только тренировки, только правильное питание и позитивные мысли и дела для того, чтобы набрать массу и стать вообще нормальным таким, нормальной ячейкой общества. Главное – это верить в себя, наверное, да, то есть… И кик на месячную цель. Всего же спортсменов оценивали в трех категориях. Это юниоры, парни до 23 лет, а также мужчины и женщины. Андрей Трофимов, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир». 25 лет в эфире. С вами и для вас.